Всем привет! На этой неделе у меня день рождения. И подготовку к дню рождения я начала с новой прически. Вау! Вау! Просто вау! Алиса уснула, а мы начинаем готовить сюрприз для нее. Подарки упакованы и первые шарики уже надуты. Шаров становилось все больше, а это значит, что пришло время собирать нашу фотозону. В этом году у нас было несколько идей, как украсить эту зону, но мы до последнего не знали, что именно у нас получится. Надеюсь, вы готовы увидеть, что же у нас вышло. Не забудьте поставить нам лайк за наши старания. Вот такая красота у нас получилась, и мы готовы к празднику! Доброе утро, Алиса! Доброе утро, мам! Единорожка. Подарки. Начну с самого интересного. Это веревочка. Аккуратно. Переверни коробочку, переверни. Моя хрюшка-милашка приехала. Я ее уже 6 месяцев ждала. Боже мой, бедный ребенок. Наконец-то она приехала. Угу, давай, последний подарок открывай. Сейчас, я ее закрыла. Опять посылка. Угу. Что ж такое? Помню, чего плоского. Это сюрприз. Теперь сверху открой, сверху. Сверху, вот тут. Как обычную коробочку, да. Доставай. Переворачивай. Тут надо взять вот тут двумя ручками, бери вот за резиночки. Аккуратно, тяни вверх. Ну как тебе? Тут очень много красивых карандашей. И что, понравились тебе карандаши? Да. Мы забрали тортик и едем встречать наших гостей, чтобы отпраздновать Алисин день рождения.
Алисин праздник закончился, и мы переносимся домой. Вот такие классные подарки мне подарили. Хотите, откроем на один вместе? Давайте я покажу вам, как я открою куколку Rainbow High. Я очень хотела получить эту куклу Rainbow High. Ух ты, какая красивая кукла. Алис, ты видишь, она с блестками? Видела. Вместе с этой куклой Rainbow High идет слайм. А еще в ее сумочке и обуви можно хранить слайм. Посмотрите, какая милая пупси-единорог. Алис, что это ты такое сделала? Я рисовываю слайм. Я его добавила в него блестки. Какие крутые блестки. Спасибо, что вы были со мной в этот прекрасный день. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!